Всем привет! Итак, что же нам нужно для фармы голды? Первое – это карта с тремя боссами и удобным лайаутом. К примеру, подойдет Рейскорс или Сити Сквер. На картах мы ролим двух уникальных боссов. Также нам нужен Титаник Скараб, который увеличивает quantity с боссов за пак сайз. В Атласе мы берем пассивки на увеличение explicit модификаторов для надувки пак сайза. А также я взял шансы падения карт гвардов или синтез карт. Теперь я пробегу 5 карт, не трогая мобов, а сразу к боссам. Не самый быстрый билд, но по 30 секунд примерно на карту уходило. 28 тысяч голды за 5 карт. Как это можно надуть? Улучшить. Первое — это Titanic Scrap of Legend. Два дополнительных модификатора для уникальных мобов. Стоит это не сильно дорого. Так же, как и Titanic Scrap сам, просто по себе он стоит дешево. Две таких штучки, но это нужен сильный билд, потому что убивать босса сложно. Дальше, как можно надуть? Это Titanic Scrap Treasure, плюс две наградки, тоже еще две штучки можно поставить. И если уж совсем хочется понтануться перед друзьями, сказать, смотри, сколько я выбил, можно использовать Чизели Мэйвен на пак сайз. Увеличение пак сайза даст, естественно, к Titanic Scrap вот плюс 40 quantity. 20% увеличения пак сайза с чизелей даст 40 quantity. Теперь минутка саморекламы. Чтобы быстро накрафтить двух боссов, а также все что угодно, можно воспользоваться моей программой. Помимо обычных карт, можно крафтить Т-17 с любыми модами или параметрами на More Maps, Scraps, Currency. Также любые моды на предметах, к примеру, плюс один к урону гем, кластеры, джевелопы додорнит. Можно крафтить на Харвест станке или там же ролить фосиль и див карточки. Подробнее об этом в описании. Всем спасибо за просмотр, не забывайте лайки, комментарии, подписки. Заходите в Discord, всем пока.